ребенок. Давай прижимай. Кому он грозится выход? Перекроет сейчас всю дорогу. Ну так перекрывай, не пойдем сразу. Да я ж снимаю, да. Ты думаешь, ты первый такой, друг? Ты просто развернись, я тебе уедь просто по-человечески. Вот здесь крутись. Ну будешь стоять, значит, здесь. Гаишников вызовем, блядь, и пиздец. Блин, у меня есть номер телефона его. Блядь, сейчас я ж снимаю его. Чтоб потом не было, блядь, что мы кидаем кого-то или еще что-то. Ты ж не первый, серьезно. Ты ж знаешь, ты здесь уже ездил. И не раз. Тебе похуй, да, то, что здесь происходит? Я тебе говорю, вызывай кого нет. Там знаков запрещающих нет. Ты знаешь, то, что их нету, это не значит, что здесь можно ездить. Есть правило. Если их нету, я могу здесь ездить. С той стороны 3,5 тонны стоит. Если вы их сорвали, эти знаки, это не значит, что их съездить можно. Если их сорвали, это не мои проблемы. Вот и постой, отдохни. Это ж тебе надо ехать, не нам.